dame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad. Так, кто там из Саратова? Я сейчас в Ухане. Тут мы нашли памятники побратимы Ухани. Вот Саратовская область, Российская Федерация. Почему область, а не Саратов? Как вы могли бы увидеть здесь памятник и Кию, Щеку, Порыву и сестре Либедь. То есть памятник Кию, как написано на этой плите. В общем, почему они здесь? Почему этот памятник именно здесь? На секундочку, я в Ухане, в Китае. Потому что это аллея памятников побратимов в Ухане. Памятников городов побратимов в Ухане. Допустим, Кия побратим в Ухане. Да? Как такое может быть? Ну, очень, я был очень удивлен, видел этот памятник здесь. Круто. Чуть не расплакался. Надеюсь, вы заметили этот флаг, который здесь находится. Шахтер. Шахтер. В каком-то баре в Ухане. В китайском городе. Забыл. В общем, мы их увидели в последний день. Застали, пришли с Кими, с Муду, да, отметили, выпили. В общем, и сейчас мы приехали в Ухань. Точнее, мы приехали, я приехал к Крису, который сейчас снимает. И пришли заведения, где они, собственно, выступают, эти ребята. Они уже здесь устаканились, они уже здесь в Ухане, здесь они катаются по всему Китаю. Вот. И кушаем стейки. Спасибо, ребята, за скидку. Ну все, пробовали этот день в Ухане, в гостях у Криса, за что ему огромное спасибо. Сейчас я еду в Сямэн, иду, точнее, сейчас на вокзал. Вот, и буду отправляться туда. Что хотел сказать за Ухань. Полностью как бы город за один день нереально увидеть. Но Крис попытался мне показать
какие-то места, красивые места, которые он сам знает, в общем. И ну, мне понравился этот город. Он похож, чем-то похож на Чжэньчжоу, в котором я был. Да, как я уже говорил, город огромный, и все видно реально в один день. А я здесь находился только один день. Но какие-то, да, предприятия я посмотрел. И с ребятами интересными пообщался. И музыкантов, которых я видел, точнее, которых я встречал на Ньяне. И все ребята с Украины, с России, один был парень, то есть круто, все приветливые, дружелюбные, как бы на удивление. Но даже несмотря на то, что этот город огромный, вроде бы как такой мегаполис, центр провинции, столица провинции, но тем не менее, люди здесь есть, которые как Станьяна, знаешь, плюют на улицах, харкают. А есть нормальные, интеллигентные люди. Ну, путешествовать, в общем, стоит. Сравнивать города, смотреть людей, общаться с ними. Вот как бы пообщаться еще с китайцами, было бы интересно. Но для этого нужно учить китайский язык или же брать с собой Томми. Вот вы на все.